Транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-16», запущенный в понедельник с Байконура, утром 17 февраля состыковался с модулем «Пирс» российского сегмента МКС. Процесс причаливания контролировали специалисты Центра управления полетами и космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Сергей Куть-Сверчков. Корабль доставил на станцию топливо, запасы питьевой воды и воздуха, а также ресурсную аппаратуру бортовых систем управления и жизнеобеспечения, ремонтное оборудование, средства медицинского контроля и рационы питания. На МКС отправился также комплекс целевых нагрузок в рамках реализации российской программы научно-прикладных исследований. Это укладка «Нейролаб», которая предназначена для проведения серии медицинских экспериментов «Пилот-Т» по изучению влияния факторов длительного космического полета. Материалы эксперимента «Асептик» для обеспечения стерильности при выполнении биоэкспериментов, прибор «Фотобиореактор» для исследования возможности получения продуктов питания и кислорода из водорослей в условиях невесомости, пробники биодеградации для мониторинга состава микроорганизмов в атмосфере МКС и изучения их влияния на конструкционные материалы в условиях космоса, а также аппаратура «Каскад». Это мини-лаборатория для разработки эффективных методов биотехнологического производства клеточных культур в условиях микрогравитации. На космодроме Байконур 7 марта планируется завершить электрические испытания лабораторного модуля «Наука». Более 35 систем успешно прошли все проверки. В ближайшее время начинаются их вакуумные испытания. По состоянию на сегодня мы уже где-то 98% электропроверок сделали. Сейчас уже идут завершающий этап, отработка последних версий программного обеспечения. Замечаний по системам по всем 35 нет. Кроме этого, мы провели автономные испытания двигательной установки вне вакуумной камеры, тоже все с положительными результатами. Машина очень большая, очень сложная. Не знаю ни одной машины, которая бы имела такого огромного количества систем в своем составе. 35, еще раз говорю, электрических, плюс те, которые обеспечивают ее, собственно, функционирование. Мы, по сути, по функционированию систем уже на финише. Также специалисты успешно завершили испытание европейского манипулятора «Эра», который будет установлен на модуле «Наука». Все проверочные включения провели, тоже все с положительными результатами. То есть после длительного хранения манипулятор подтвердил свою работоспособность. В ближайшее время начинается монтаж манипулятора на модуль. Одна из особенностей космической руки – ее способность перемещаться по поверхности станции, позволяя проводить различные операции практически в любом месте российского сегмента МКС. Марсианские новости. Российские ученые миссии «ExoMars-2016» сделали новые открытия. Впервые удалось прямыми измерениями выявить хлороводород в атмосфере Марса. Это свидетельствует о неизвестных ранее механизмах, которые происходят при взаимодействии поверхности с атмосферой планеты. Вещество возникло во время мощной пылевой бури, а после ее завершения пропало. До этого было известно, что хлороводород существует на Земле и Венере. На нашей планете вещество попадает в воздух из моря в процессе преобразования частиц солей в аэрозоль. Также исследователи сообщили о наблюдениях паров воды высоко в атмосфере Марса. Открытие сделано с помощью инструмента NAMAD, установленного на борту зонда Trace Gas Orbiter. Еще один прибор CASIS, мультиспектральная камера, запечатлела юго-восточную стену кратера в нескольких сотнях километров к северу от марсианской равнины Эллада. Размеры кратера около 12 километров в диаметре. Светлые залежи указывают на выход пород с древними глинистыми минералами, которые были сформированы присутствием воды. Здесь же хорошо видны песчаные отложения, создающие рябь на дне кратера. Их рыжевато-коричневый оттенок указывает на наличие оксидов железа. Китайский космический аппарат «Тяньвэнь-1», который недавно вышел на эллиптическую орбиту Красной планеты, отправил на Землю интересное видео. Это хорошо видимые кратеры и долины Марса на освещенной Солнцем части планеты. На 18 февраля в 7 часов 55 минут по московскому времени запланирована посадка на поверхность Марса ровера Perseverance.
что переводится как «упорство». Межпланетная станция войдет в тонкую марсианскую атмосферу на скорости около 20 тысяч километров в час. С помощью двигателей и парашюта скорость планируется снизить до 3 километров в час. А на заключительном этапе аппарат на трех тросах опустит шестиколесный марсоход «Куратор Джезер». Международная команда астрономов смогла подтвердить существование планетоида, расположенного примерно в 4 раза дальше от Солнца, чем Плутон. Этот факт позволяет считать планетоид самым далеким объектом, когда-либо наблюдавшимся в нашей Солнечной системе. Планетоид получил название Far Far Out, что переводится как «очень-очень далекий». Впервые он был обнаружен 3 года назад и получил обозначение 2018 AG-37. Наиболее удаленная точка орбиты планетоида находится в 175 астрономических единицах от Солнца, а ближайшая — в 27. Период обращения Far Far Out вокруг светила составляет примерно 1000 лет. В этом году планируется осуществить 12 запусков ракет-носителей с 31-й площадки космодрома Байконур. Это и федеральные пуски, и пуски в интересах компании OneWeb. Так заявил генеральный директор Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры ЦЕНКИ Руслан Мухамеджан. Южноуральский государственный университет разрабатывает многоразовую ракету-носитель. Она предназначена для защиты от падающих на Землю космических тел. Ракету планируют испытать в 2028 году, сообщило научно-производственное объединение «Энергомаш». Китайский луноход Юйту-2 обнаружил необычный предмет на обратной стороне Луны. Им оказался любопытный образец камня. Находка вызвала интерес среди ученых. Форма, напоминающая осколок, и ярко выраженный гребень, проходящий по краю камня, указывают, что этот геологически молодой камень попал на поверхность относительно недавно. Его природу в ближайшее время предстоит детально исследовать. Вместо гипотетической черной дыры промежуточной массы в центре шарового звездного кластера NGC 6397 астрономы обнаружили скопление множества черных дыр, оставшихся после гибели массивных и древних звезд. Это первое исследование, в котором определены масса и конфигурация подобного объекта. Некоторые из скоплений, возможно, удастся наблюдать с помощью гравитационно-волновых телескопов. Интересен и возраст объектов — примерно 13,4 миллиарда лет, немногим меньше, чем у самого Млечного Пути и всей Вселенной. Бетельгейзе — одна из самых ярких и наиболее узнаваемых звезд на ночном небосклоне, в левом плече созвездия Ориона. В последнее время звезда вела себя необычным образом, резко потускнела в начале 2020 года. Ученые предположили, что Бетельгейзе скоро взорвется. Однако через некоторое время исследователи пришли к выводу: звезда находится на раннем этапе горения гелия в ядре и до взрыва еще как минимум 100 тысяч лет. Звездные пульсации, происходящие по так называемому каппа-механизму, вызывают изменения яркости звезды с периодами от 200 до 400 суток. Спад яркости в начале 2020-го был связан с облаком пыли, которое затмило Бетельгейзе. Нынешние исследования показали, что масса Бетельгейзе составляет сейчас около 18 масс Солнца, а радиус гиганта — в 750 раз больше светила. Расстояние от Земли до Бетельгейзе, по последним данным, 530 световых лет. Это на 25% меньше, чем считалось ранее. VR-32 и межзвездные облака в Киле. Эти живописные волокна газа создает массивная активная звезда Вольфа Райе. Справа расположена полость размером в 35 световых лет, возникшая от ветров и излучения маленького звездного скопления. Снимок сделан Ариэлем Капелетти. Южный крест над чилийским вулканом Виларика — это огнедышащая гора, одна из самых активных на Земле.
Вверху видна крупная туманность киля. Снимок Томаша Славински. Небесный пейзаж созвездия Лебедь. На картинке вид в плоскости нашей галактики Млечный Путь в искусственных цветах. Мозаика создавалась на протяжении 10 часов. Общая экспозиция — 400 часов. Яркая звезда слева — Денеп, сверхгигант на расстоянии 2400 световых лет от Земли. На фотографии можно увидеть туманности Северная Америка, Пеликан, а справа от центральной звезды Садр — остаток сверхновой — полумесяц. Вопрос от Ильи Репина. Есть ли в карманах комбинезонов космонавтов на МКС предметы, которые они носят с собой? Как на Земле люди носят в карманах мобильный телефон или ключи? На этот вопрос мы попросили ответить космонавта Роскосмоса, героя России Олега Скрипочку, за плечами которого три долговременные космические экспедиции. Мобильных телефонов у нас в карманах точно нет, поскольку, во-первых, нам категорически запрещено доставлять на борт источники радиосигналов. Во-вторых, на такой высоте он попросту бесполезен. Мобильная связь все равно работать не будет. А что именно носить в карманах, я думаю, каждый решает сам для себя. У меня, например, в одном кармане постоянно был с собой индивидуальный дозиметр. Это прибор размером с маленькую плоскую коробочку. Он находится с космонавтом весь полет и меряет суммарную накопленную дозу радиации. А в другом у меня был многофункциональный складной нож. Там несколько лезвий, несколько видов отверток, плоскогубцы и так далее. Это на тот случай, если вдруг потребуется где-то по месту выполнить мелкие ремонтные или монтажно-демонтажные работы, не требующие профессионального инструмента. На сегодня все. Присылайте ваши астрофотографии и вопросы о космосе на tvsobaka.tvruskosmos.ru. И до встречи в среду в космической среде.